Всем привет, дорогие друзья! Это Савай, мы продолжаем с вами играть в Тихоокеанский рубеж. Сегодня будем, не знаю, делать что, но будем дальше развивать всякие технологические цепочки. Я так понимаю, что, видимо, мы на этой планете будем делать вообще абсолютно все, на других планетах, наверное, я так думаю, будем делать уже какие-то определенные вещи, необходимые для каких-то определенных штук. Я знаю, вы ни хрена не поняли сейчас, но, в общем, разберемся. Первое, что я хочу проверить, мне тут сказали, что вообще абсолютно все ставится друг на друга. Типа, любые вещи можно поставить на другие любые вещи. А чтобы это проверить, нам надо сначала заделать себе смелтеров. Так, а смелтеров я больше не могу заделать, потому что нет камня. А камня у меня нет почему? Потому что хрен знает, почему у меня нет камня. Пойдем возьмем себе камня. Хотя, подожди, у меня он есть целые блоки, уже готовые. Так, пойдем возьмем себе целые готовые блоки в таком случае. Во, бум. Так, возьмем себе 200 блоков, тогда мы сможем сделать себе 50 смелтеров. Мне не сказать, что нужно столько смелтеров, но давайте вот сколько-то произведем, чтобы потом некоторое время их ставить и еще не париться. Так, что у меня где? Этих у меня вроде как до хрена еще, кучу всякого я разного, разнообразного открыл. Что такое? Переработка нефти. Добыча нефти, водяная помпа, так, все понятно. Так, ладно, что там со смелтерами? Нет, смелтер друг на друга не ставится. Как всегда, врут. Так, а это ставится? Где у нас этот самый сборщик-то? И сборщик не ставится. Ставится только лаборатории, походу. А хранилище? Может, хранилище ставится? Так, нет, сейчас, погоди. А, о, хранилище ставится? Вот хранилище зашибись, кстати говоря. Так, не, ну ладно, что тогда мне этот самый говорили, что я типа зря линии такие заложил, все на все станет. Ну, может быть, потом, если развить, что-то ставится. Ладно, не будем об этом. Так, нам надо будет сделать еще несколько вот таких вот термальных станций, пока делать мне все равно нехрен, пусть они делаются. Так, потому что лишними они точно не будут. Так, что мне еще надо? Такую штуку я могу сделать? Не, не могу. Так, ладно, давайте тогда вспоминать, что у нас тут еще сделано, не сделано, и что можно сделать. Так, сделано, не сделано, и может быть сделано. Так, ладно, лаборатория у меня работает вроде как норм. Может быть, мне, кстати, даже еще побольше надо. Надо, мне кажется, вот эту штуку переделать. Или это, подожди, а это и было МК-2? А, это и был МК-2. Так, а можно тогда сделать два вот таких, чтобы оно прямо вообще по-жесткому? Мне потому что кажется, что так будет побыстрее. Потому что он в верхней лаборатории не работает нифига. Так. А три можно сделать? Так, ну теперь вроде как все три работают нормально. И, наверное, это еще можно дополнительно будет усовершенствовать. 106, 105, 105, 104. Так, они у меня потихонечку заканчиваются. Заканчиваются они почему? Не, потому что они просто медленно производятся. Понятно. Не, ну ладно, у нас там что-то хэшится потихоньку, и пусть хэшится. А пока у нас что-то потихоньку хэшится, мы пойдем. Так, движочки у нас тут маленько производятся. Пойдем посмотрим, что у нас тут еще не производится в таком случае. И что бы можно было произвести. Ну, походу, придется сейчас делать. Так, это у нас сплиттер, это у нас storage tank, соответственно, хранилище для жидкостей. Ну и больше пока особо ничего нет. Water pump, oil extractor. А что мне из этого можно будет делать? Так, давайте смотреть по компонентам. Так, это что такое? Силикон, high purity, высокой очистки, видимо. Так, из обычного силикона можно заделывать high purity силикон. Так, теперь у нас есть солнечная панель. Я думаю, что солнечная панель это должно быть зашибись. Так, плюс у нас микрокристаллин компонент. Так, понятно. А, и плюс, кстати говоря, энергетический мод. Вот что нам надо. Нам нужны энергетические матрицы. А что сделать энергетические матрицы? Нам нужен гидроген. Нам нужен гидроген, чтобы сделать энергетические матрицы. А чтобы сделать гидроген, нам нужно что? Нам нужен... Так, я понял. Нам нужен
Нефть. Крут ойл. Так, а где у нас тут нефть? У нас тут вообще есть нефть на этой планете? Так, где там? Data shows this is a planet without natural silicone veins. However, you can still obtain some by smelting stone ore. While you still need a massive silicone collection, you need to find a planet rich with silicone veins as soon as possible. Так, нам, короче, надо до хрена силикона, для этого нам нужна силиконовая планета. Здесь мы типа можем... А, ну вон он, ойл. Здесь мы типа можем получить силикон из камня, но это все равно не очень круто, сказал нам персонаж. Так, это у нас айрон. И что-то ближайший ойл здесь находится хрен знает где, судя по всему. Ближайший ойл аж вот здесь. Зато их там сразу два. 0.91, 0.15. То есть, если я хочу тут что-то заковырять, мне надо вот туда дойти. Угу. Так. А силикон мне нужен в таком количестве для чего? Так, энергетический графит. Он у нас делается из чего-то такое? Из железа, да? Это железо? А, это и уголь. Из угля у нас делается энергетик графит. Подожди, я его делаю уже, этот энергетик графит? Или я из угля пока... Не, из угля я пока ничего не делаю. Из угля я пока не делаю ни хрена. Он у меня добывается, и на этом как бы, в общем-то, все. А там у меня вообще уголь сжигается. Так, ладно, давайте сделаем что-нибудь пока. Так, то есть он потом нас будет нужен на энергетические матрицы. Так, а там, где вот это вот, там есть уголь? Там есть уголь. Ну, пойдемте туда сходим, что ли, посмотрим, что там происходит. Так вот иди. Так, иди туда, братишка. Здесь у нас уголечек-то уже есть. И ойл у нас тут как бы тоже присутствует. Даже целых два ойла у нас тут присутствует. Ну-ка, пойдем посмотрим, что там за такой ойл. Так, и как тебя, братишка, добывать? Как тебя добывать? Добывать тебя как-то, наверное, вот так вот. Oil Refinery. Refinery. А, блин, я не могу его сделать. Вот дерьмо. Так. Ладушки. Я все понял. Я думал, я все понял. Давайте мы тогда, может, что ли, сюда протянемся. А сколько, кстати, солнечная панель дает? Базовая генерация 360 киловатт. Ну, я так понимаю, что когда солнышко светит, наверное, это же логично. Давайте сюда поставим. Все, и оно закончилось. О, она крутится за солнышком, прям хорош. Так, ладно, у нас есть некий wireless power, который мы тоже использовать не можем. И есть не wireless power, который мы использовать можем. Ну, давайте его используем тогда. Значит, затянем туда, туда-сюда. Так, затянем сюда некоторое электричество. Так, пусть оно у нас будет. Раз мы все равно идем отсюда куда-то там. Так, а ты будешь их сам ставить, интересно? Не, не будешь? Не будешь. Нет, может быть, он бы и ставил на самом деле, но... Так, а это меридианчик? Да, это, видимо, меридианчик, так указан. Так, иди куда-нибудь сюда. Так, отсюда мы тебя поставим куда-нибудь сюда. Так, отсюда, например, сюда. Так, и все, значит, общая сеть у нас теперь есть. Так, теперь это энергетическая хрень. Она мне прям активно нужна везде. Так, а что это за энергетическая хрень? А, это энергетическая хрень, которая делается из призм и электромагнитов. Так, которая делается у меня вон там. Вон там у нас делается. Так, она же делается у меня. Пойдем посмотрим. Так, энергетическая хрень, да, у нас делается. Ее прям чутка не хватает мне электромагнитов, судя по всему. Чтобы нормально заделать такую энергетическую хрень. Так, давайте мы пару стаков энергетической хрени возьмем. Так, во-первых, мы тогда сможем сотворить пару таких штук. Во-вторых, сотворить... Так, давайте сразу сотворим всего, что нам нужно, чтобы потом не было мучительно больно, если что. Так, нам нужен Oil Refinery. Мы не можем его сделать, потому что у нас нету стали. Которую мы пока еще не производим, поэтому надо взять хотя бы пластины. Пластины у нас находятся вот здесь. Надеюсь, они там находятся. Нет, судя по всему, они там не находятся. Или не, они находятся, нормально.
Так, что-то у меня очень много всего скопилось разнообразного. Мне надо как-то все это распотрошить и во что-то переработать. Так, Oil Refinery, еще раз. А я не могу, что ли, сам это сделать? Блин, это вручную не производится? Вот дерьмо. Так, короче, из пластин мне теперь надо в смелтере. В смелтере же, да? На, смелтинг фасилити. Смелтинг фасилити. Мне теперь надо забахать отсюда сталь. Дерьмо вам. Так, смелтинг фасилити. Фасилити смелтинг. Ну ладно, что, давайте забахать. Допустим, откуда-то отсюда у нас пойдет тогда вот эта штука. Не знаю, имеет смысл мельчить. Надеюсь, что будет нормально. Так, поставим сюда. Поставим сюда тогда смелтеров штуки. Давайте поставим сюда три смелтера. Не, нужно здесь три смелтера. Так, давайте поставим сюда три смелтера. Так, потом протянем тогда дальше линию. Так, линия пусть идет сюда, которая будет здесь упираться в хранилище, которое будет стоять, ну, например, вот здесь. Так, вот этот камень я, правда, пока особо не использую ни для чего, но скоро буду. Так, значит, здесь мы будем делать такие вот стальные штуки. Так, как там копируется-то, типа, назад, а здесь, типа, вперед-вперед. Нет, подожди, какая-то другая кнопка, значит. Копия. Ресайп, фильтр, мото, ТСИ. Шоткат. Стрелочка влево. Ну, хорошо. Стрелочка влево. Стрелочка вправо. Что-то я не понял. Так, ну подожди. Ресайп копит. Копиет. А, теперь пейст можно сделать. Ну, недопонял я немножко со стрелочками. Ладно, разберусь потом. Так, вроде как все должно быть просто, а что-то как-то все непросто. Так, значит, мы сюда тоже будем быстренько выгружать, когда это будет необходимо. Потом быстренько загружать. Выгружать, а потом куда-то опять же выгружать. Так, стальные бублики у нас сейчас тоже пойдут. Прям проблемы с добычей стальных бубликов, по-моему. Да, потому что у нас здесь не очень хорошо все добывается. А есть у меня такая штука еще одна? Если я еще вот сюда поставлю, например. Но они добывают одно и то же. Ну, в принципе, и пусть добывают, какая мне разница, да? То есть, если я сделаю, например, вот так, и здесь, типа, подключусь. Это же даст нам определенный плюс? Я надеюсь. Типа, чтобы здесь вообще шло безостановочно все это дело. Сейчас проверим. Так, ну да, без хранилища прям получается вообще огнище. С хранилищем, конечно, похуже. Но мне хранилище было нужно для того, чтобы из него руду забирать. Теперь, по идее, должно быть повеселее. Хотя я бы не сказал, что сильно повеселее. Его бы куда-нибудь воткнуть между ними. Вот сюда куда-нибудь. Ну, хотя даже так будет получше, но куда-нибудь туда воткнуть не помешало бы. Так, ну давайте сделаем сплиттер. У нас же есть сплиттер, я, правда, им ни хрена не пользовался ничего ни разу. А, он на 4 направления, да, делается? Ага, то есть отсюда в него все равно... Нет, подожди. У него, наверное, должна заходить эта штука. Блин, на 4 направления неудобно. Такой штукой. Нет, в принципе, как бы сделать, конечно, можно, но... Но неудобно. Конвейеры побыстрее нужны, наверняка тут потом будут. Так, а мы можем куда-нибудь... Можем вот здесь вот проложиться? Не, не можем. А здесь и здесь не можем. А ну тогда и смысла особого нет. А, мы, кстати, знаете, что можем сделать? Здесь же эта штука длинная. Да. У нас длинные руки. Я, пожалуй, пойду. Но предупреждаю, у нас длинные руки. Тогда я, пожалуй, останусь. Мы можем тогда просто взять и отсюда проложиться еще вот так вот. То есть, типа, вот так вот сделать загрузку туда. Здесь же порты-то без разницы, какие загружать будем, правильно? То есть у нас будет по двум направлениям хреначить ресурс. Сейчас должна пойти поживее тогда вся система.
То есть мы освободим от нагрузки вот эту за счет того, что магниты у нас пойдут с другой. И все. И по идее от этого должно стать сильно хорошо. Так, что у нас тут дальше? У нас тут дальше происходит двойное налогообложение, которое нам, кстати говоря, не очень сильно было нужно. Так, поехали дальше смотреть. Значит, то, что у нас идет на исследование и дальше на производство этих, оно должно быть, мне кажется, улучшено. Так, давайте-ка мы еще одну такую штуку сюда поставим. Немножко отмасштабируемся. Так, значит, мы отсюда берем такую вот хрень, такую вот хрень. И из него выпихиваем одну такую хрень. Так, а ты там вообще хранишь что-нибудь, нет? Так, ну медленновато получается. Получается делать немножко медленновато. То есть нам бы... туда бы и сделать бы покороче бы. Потому что слишком много занимает места вот эта штука. Так, а как нам делать покороче? Мы, в принципе, можем достроить просто еще одну такую вещь. Так, за счет этого удвоить. Ну, все равно, конечно, долговато, но я думаю, потом появятся еще какие-нибудь решения для этого, которые будут еще чуть побыстрее, чем это. Пока удвоение, я думаю, что будет достаточно. Так, здесь у нас есть. По идее, у нас теперь должно набраться какое-то количество стали. Да, стали у нас какое-то количество набралось, и эти штуки надо тоже во что-то переработать. Все надо во что-то переработать. А то, что левое, надо выкинуть. А еще мне нужно запитать себя, блин, углем. Которого у меня, кстати говоря, нет. Оп-оп-пам. Так, пойдем за углем тогда сходим. Так, за углем. Вместо чего? Как это выбросить? Дискарта там дылет? Угу. Так, дылет, так дылет. А, вот это, кстати, можно в себя загрузить. Так, это можно загрузить в себя. Тогда мы можем взять отсюда два вот таких, потом загрузить их в себя, взять два вот таких, загрузить в себя. Так, ну давайте вот так вот, наверное, мы сделаем. Это тогда делет. Так, это сделали, это делет. Мы можем еще себя подзаряжать за счет какой-то волшебной штуки, которая здесь у нас не присутствует нигде. Так, а где у нас ближайшая волшебная штука? Ближайшая волшебная штука аж вон там находится. Ну ладно, пусть он жрет тогда, что жрет. Так, значит, эти штуки у нас идут нормально. Давайте теперь посмотрим, сможем ли мы все-таки сделать Oil Refinery. Так, Oil Refinery мы все-таки сделать сможем. Ну, мне их надо там две. Ну и все, собственно, мне их надо там две. Больше, чем две, их смысла делать никакого. Так. А, это переработка Oil Refinery. Нет, Oil Refinery это не то. Мне нужен Oil Extractor. Oil Extractor'ов мне надо две. А Refinery мне надо вообще непонятно сколько на самом деле. Так, перерабатывающие в гидроген. Давайте штуки 4 произведем таких. Так, что у нас такое? Ватерпомпа. Химическая какая-то хрень, короче. Это что такое? А, термальная станция. А это Storage Tank. Так, он у нас жидкости себе накапливает. Так. Короче, его уничтожение уничтожает все, что внутри. Но это логично, на самом деле. То, что оно уничтожает все, что находится внутри. Так, что бы нам такого еще произвести? Пока я здесь. А у меня, кстати, закончились исследования вообще. Ну-ка, пойдем тогда что-нибудь исследуем. Так, какой-то кристалл смелтинг. Это что такое? Это нужны уже красные кубы. Нужны красные кубы. Красные кубы, края. Ну, на все нужны красные кубы уже. Так, я понял. Значит, без красных кубов дальше... А, камень-сун, то есть этого пока еще нет. И сюда нужны красные кубы. И сюда нужны красные кубы. Так, я вас понял. Значит, на все нужны красные кубы. А, нет, вот на процессор не нужны. Так, пойдем тогда процессор изучим. Так, на матрицу уже нужно. Так, пока у нас изучаются процессоры, мы должны сделать штуку для производства красных кубов. Так, а где у меня стекло? Там где-то стекло производится. Пойдем возьмем с собой стекла. Мальца.
Так, мальца стекла. Но, кстати, походу у меня даже не накапливается ни хрена мальца стекла. Потому что она очень долго производится. Хм. Так, ладно, тогда давайте смелтерное стекло еще сделаем. В таком случае... Раз у нас такие большие проблемы с этим, давайте сделаем еще один смелтерное стекло. И как-то вот так вот, например, его запитаем. Так, стекла мне надо побольше. В принципе, мы можем себе этого стекла просто отсюда наделать. Да, просто можем вот так вот взять и... Так, и что я там хотел произвести? Сторидж танк я хотел произвести. Давайте парочку сторидж танков произведем пока что. Так, мы пойдем что-нибудь куда-нибудь воткнем. Пока у нас здесь все производится. Так, эти штуки у нас производятся. Призма производится. Из призмы там тоже что-то производится. Так, здесь, кстати, все переполнилось, да? Да, здесь вообще все переполнилось. Ладно, мы пока это масштабировать не будем. Мы пойдем туда сходим для начала. Дается мне, что она сейчас вообще ничего не генерирует. Да. Солнечная энергия все-таки очень ненадежная. Так, ну что ж, давайте попробуем поставить сюда. Так, ойл, что там? Нет. Нет, ойл рефайнер это не то. Где добыча? Так, вот он. Ойл экстрактор. Так, ойл экстрактор. Допустим, мы повернем сюда. Еще один повернем сюда. Вот у нас здесь два ойла сразу находятся. Так, которые, соответственно, что-то там куда-то, что-то как-то. Ну и чего? Запихнуть их сразу попробовать в сторидж танк? А можно, кстати, сторидж танк сразу прихреначить к ней, нет? А, у сторидж танка очень дохрена... О, кстати, это прикольно. То есть мы можем из двух рефайнеров запихнуть в один сторидж танк, если я правильно понимаю. Так, а чем она запихивается? Не конвейером же? Он же запихиваться должен какими-то трубами, наверное. However, once it has been removed, all the stored fluid will be devastated. Так, это я понял. Ну подожди, ну не конвейерами же? Или конвейерами? Не, ну жидкость же не может конвейерами перемещаться. Странно, но он его построил. Ладно. Сейчас мы посмотрим, как это работает. А, ну здесь все перемещается в этих самых. Как, короче, Satisfactory изначально бочки были, да? Да, Fluid Capacity. Output on, input on. Так, ну ладно, хорошо. Конвейеры так конвейеры. Блин, она в другую сторону смотрит, что ли? Нет, нет, не в другую. Так, хорошо. Вот у нас типа два storage танка, которые, в смысле, два источника, которые хреначат туда необходимый нам ресурс. То есть наполняться он будет довольно быстро. Сколько там, правда, хрена... А, нет, я вижу, поднимается. Слушай, туда до хрена, а может вместиться-то, судя по всему. Так, ну ладно, допустим. Что теперь из этого можно делать? Так, сульфурик эсид, то есть серная кислота. Так, сульфурик эсид. Значит, из этой штуки при помощи refining facility мы можем делать гидроген и refined oil. А что мне делать потом с refined oil? Интересно знать. Так, не, ну ладно, что, давайте попробуем что-то поставить. В чем туда попробуем поставить? Химическую лабораторию или как это там называют? Не, не химическую лабораторию. Вот, oil refinery. Так, переработку ойлов. Так, ну там поставим переработку ойлов. Ну, давайте поставим ее сюда. Значит, отсюда, типа, у нас выходит дальше ойл. Где-то куда-то вот здесь вот он у нас идет. И здесь мы ставим... Так, я опять его потерял. Так, oil refinery. Эй, как-то так это должно работать, я хрен узнает. Так, давайте пока поставим их вот так вот, две штуки. Они друг на друга не ставятся.
produce multiple products. To divide them, you need to set a filter on the sorter. You can use Tab or the arrow keys on the right side of the keyboard to quickly set the filter when building the sorter. Tab. А чем мне поможет Tab? Я нажимаю Tab и что? Так, ладно, эта штука производит какие-то хрени. Так, она производит, значит, вот это. И мне надо, значит, фильтрануть, что куда пойдет. Я правильно понял? Ой, так, это что из чего получается, что ли, дальше? Так, ладно, вот она, значит, генерирует вот такую вот штуку. Так, ну, генерирует она вот такую штуку. Так, это у нас сортер. А, ну да, он же куда-то должен выходить. Так, хорошо. И чё? Так, ну, допустим, вот здесь пойдет типа, линия номер один с чем-то, а здесь пойдет линия номер два с чем-то. Еще. Как я это, по крайней мере, пока что вижу? Не, может быть, это как-то по-другому будет работать? Ну, сейчас узнаем. Значит, сюда я, типа, выпихиваю... Так, только он мне... Так, как тебя настроить? Он мне показывал только что хрень. Вот, сет-фильтр. Так, значит, один у нас будет выводить... гидроген. Так, второй у нас будет выводить... Так, что ты там еще у нас генерируешь? Refined oil. Так, а второй будет выводить сюда... Где тут refined oil? Refined oil. Так, один гидроген, второй refined oil. Нам нужно это куда-то складировать или ну его нахрен? Так, как все это скопировать? Хорошо, вот я скопировал, вот я вставил. Так, а что делает Tab? Вот, допустим, сейчас погоди. Значит, типа этот сюда, этот типа сюда. Что делает Tab? Shift copy. Или я бы сразу ее поставил такую? Ну-ка, еще посмотрим. А, да, все, я могу сразу шифтом сразу ставить такую, какая мне надо. Все. Понял вас, 30-й. Блин, только я что-то переборщил немножко. С уничтожением. Так, значит, мы ставим вот эту штуку сюда, и потом просто берем и копируем, да? То есть одну копируем сюда, вторую копируем вот так. Так работает. Да, так работает. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, что это так работает. Вопрос только, знаете, в чем состоит... Красиво, блин. Так, ладно, вот у нас получились ящики с гидрогеном и ящики с этим. Они два к одному идут, короче говоря. Масло у нас получается в два раза больше. Так, давайте теперь вот это подключим. Ну, здесь как раз стоит штука. Так, лады. То есть нефти там до хрена, производство у нас... Так, а мы можем это масло потом нахрен сжечь в какой-нибудь штуке? Или оно нам для чего-то будет нужно? Так, а для чего нам нужно масло? Нет, не это. Так, где оно вообще? Так, вот у нас есть масло. Оно нужно для чего? Так, это нужно много для чего. А, это из чего оно получается? Так, а для чего оно нужно? Мы можем взять кусочек и этот самый. Так, о, да, мы можем взять кусочек. Так, и вот я его взял. Для чего оно надо? Мы можем посмотреть, для чего нужно масло. Где оно? Так. Химическое топливо. Может быть использовано для производства большого количества химических продуктов. Понятно. Каких? После того, как переполнится одна, я ж так понимаю, что все остальное производиться не будет. То есть нам излишки, по идее, надо бы спалить к свиням. То, что мы не переработаем, наверное, надо загнать в электрическую какую-нибудь печь, которая сжигает вообще все на свете, и там, соответственно, спалить. По крайней мере, я это так вижу. Ладно, а что нам нужно для производства кубов тогда? То есть меня пока интересуют красные кубы и исследования. Для того, чтобы их произвести, нам нужно гидроген с энергетическим графитом. Схреначить. А для этого нам нужно этот энергетический графит получить, и получается он из угольной руды. Которая вот она.
Так, из угольной руды. Так, у нас же есть... Где у нас тут добыча-то? Так, как бы тебя так классно повернуть. Так, так у тебя запасы будут 37 тысяч. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Еще на 340 сделаем вот так. Делаем, короче, две штуки сразу. Так, сразу две штуки, которые у нас вот так пойдут. И куда-то отсюда потом придут. Так, если у нас здесь будет чисто переработка, куда бы нам тогда это дело запихнуть? Куда бы нам тогда это дело запихнуть? Так, давайте посмотрим, куда у нас здесь встанет. Учитывая то, что, допустим, я это еще захочу куда-нибудь развить, может быть, то потом не надо будет сделать... Или мы сразу будем делать и здесь, а отсюда потом запиливать дальше. Ну, кстати, в принципе, наверное, да. У нас ассемблен машин нету, да? Так, ладно, давайте сделаем 4 сборочных автомата, например. Так, ассемблен машин. Ну, давайте поставим одну ассемблен машин вот здесь для начала. И посмотрим, что она тут делает. Делает она то, что нам надо? Так, она не делает то, что нам надо. Это значит не ассемблен машин, а что? Смелтер? Так, я забыл посмотреть, где это делается. Так, давайте смотрим. Material fuel. То есть это еще и сжечь можно. Графит, так, Crystal, More Advanced Application. А, да, в смелте надо делается. Это делается в смелте, надо смотреть, что где делается. То я думал, что это рефайнер, а это смелтер. Так, ну хорошо, ладно, поставим сюда смелтер. Говно вопрос. Так, в этом смелтере мы будем делать вот такой вот энергетический графит. Так, ладно, допустим. Значит, мы этих смелтеров сделаем, допустим, 4 штуки. Это, наверное, очень оптимистично, но пусть будет так. Так, дальше мы проложим некий... Некий вот такой вот кусочек, который будет у нас на всякий случай заканчиваться вот таким вот кусочком. Так, вот эту штуку мы тогда пока подрежем сюда и поставим еще... Так, где эта хрень? Вот она. Значит, раз. Раз. Раз, раз. Раз, раз. И раз, раз. Я на самом деле не уверен, что это так будет работать, но допустим. Так, потом дальше. Отсюда мы тогда будем загружать вот сюда. И отсюда дальше уже выгружать. Дальше по схеме. Так, а дальше по схеме у нас это пойдет куда? Так, вот мы энергетический графит сделали. Теперь нам надо энергетический графит смешать с гидрогеном. А делается это где? Made in... А, это в ресерч надо загнать. Я понял. Так, то есть это делается в ресерч-лаборатории, которая у нас находится аж вон там. Вон там. Так, и мы процессоры исследовали. Я понял. Так, ладно, давайте тогда поставим, где у нас тут ресерч-лаборатория. Так, поставим ресерч-лабораторию. Куда мы ее поставим? Может, прям сюда ее и поставить? Не знаю даже. Я просто не уверен насчет масштабирования вот этой штуки. Так-то, в принципе, поставить ее сюда можно. Или поставить ее сразу куда-нибудь вот сюда. С учетом того, что здесь еще будет на нефтепереработку что-то. Но просто когда не знаешь цепочек, непонятно, чего ожидать на самом деле. Давайте поставим вот сюда эту лабораторию. Делать она у нас будет красные кубы продюсить. Да, и мы туда должны будем запихнуть тогда вот это и вот это. Или даже не сюда. Так, ну-ка, погоди, вот у нас вот так вот идет гидроген. Ну да, давайте мы по ходу движения тогда ее поставим, реально. Нахрен ее ставить где-то далеко. Вот сюда поставим. Здесь она будет дотягиваться, прям хорошо дотягиваться. Так. Ладушки. А ладушки. Тогда, значит, отсюда мы забираем ленту, тащим ее куда-нибудь вот к этой лаборатории. Как-то так. А здесь оставим место на всякий случай. Может быть, на самом деле, всякий случай даже и не случится, мы не знаем. Но я запасливый. Предположим, что, допустим, всякий случай может произойти. Так, отсюда мы тогда будем выпихивать. Отсюда мы будем выпихивать этот самый гидроген.
Отсюда мы будем тогда запихивать второй компонент, необходимый нам. Здесь у нас получатся красные кубы. Поверх этого всего можно тогда будет запихнуть вот так вот. Будем прям красные кубы делать от души. Так, и нам надо будет их загнать назад в лаборатории потом для исследований. И я не знаю, вот имеет смысл их тараканить в начало? Или ну их нахрен? Вот он может использовать синие кубы там, а красные кубы здесь. Для производства. То есть оттуда брать синие, отсюда брать красные. Если он так может делать, то все зашибись. Мы тогда можем просто сделать вот так. И конкретно красные кубы хреначить непосредственно отсюда. А вот если ему нужны в одном месте и те, и другие, то тогда хрен на лысого мы так сделаем. Так вот прям делаем, и у нас типа все передается. Не передается, да? Почему-то там too close. Почему там too close? Too close. Ладно, мост у нас почему-то не получился. А здесь мы типа сделаем research. Так, ну ладно, было бы интересно посмотреть. Допустим, я хочу из этого начать делать, не знаю, смелтер кристаллов. Нет. Логистическую систему хочу. Так, логистическую систему мы не можем исследовать, потому что у нас недостаточно кубов. Ничего не происходит сейчас в данный момент. Так, ладно, сейчас мы проверим тогда. На самом деле, будет это работать или не будет. Так, ставим сюда, значит, штуковину. Ставим, значит, сюда штуковину. Следующую штуковину мы поставим. Давайте по-ровненькому сюда. Потом следующую поставим сюда. Еще одну поставим вот сюда. Так, сейчас у нас, по идее, все должно заработать. Так, пошел уголечек. Так, из уголечка мы наделали высокоэффективного говнеца. Так, высокоэффективное говнецо у нас ушло в сторидж. Который, судя по всему, скорее всего, не будет справляться с этим совсем. Так, сторидж мы усиливаем в таком случае. Давайте вот так вот сделаем, так будет получше, я думаю. Так, усилим этот самый сторож. Сторож у нас выпихивает сюда. Так, гидроген у нас закончился, потому что эта штука закончилась. Ну ладно, хрен с ним. Так, матрикс лаба у нас произвела. Но мы не можем этого сделать, потому что у нас не хватает синих кубов. Здесь. Я понял. Значит, красные кубы, здесь мы их производить можем, но притащить их надо в итоге все-таки в общую лабораторию после этого всего. Значит, нам надо где-то на нейтральной, наверное, территории сделать тогда синие кубы, мы будем производить там и масштабировать, а соединять мы это все будем, там же еще будут кубы какого-то цвета. Надо где-то вот здесь вот, наверное, сделать место, в котором мы будем уже хреначить лабораторию непосредственно для производства. Так, все, ладно, я понял, это тогда мы стираем. Так, здесь у нас вроде как тоже все стерлось. Так, пусть у нас кубы пока производятся. А вот эту штуку тогда надо будет где-то спалить. Ладно, решением этой интересной задачи мы тогда займемся в следующей серии. А на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.